Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Славик Мас, Мистер Жаба и Дарк. У нас сегодня будут Лего Авиакатастрофы в Брикрикс. Всем привет! Всем хай! Да, ребята, у нас сегодня будут авиакатастрофы вместе с нашими подписчиками. Вот они, ребята, у нас сидят в самолете. Я, ребята, сегодня буду первым пилотом. Ставьте, друзья, лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну и, конечно же, предлагайте новые выживания в комментариях. Ну что, ребята, мы начинаем. Рейс Славик Мас, да, готов, ребята, к полету. Ребят, посмотрите, сколько пассажиров. Ё-моё! Я, ребята, сейчас буду первым пилотом. Да, ребята, у нас сегодня пилотами, ребята, также еще будут и Дарк, и Миша. Возможно, также, друзья, кто-то из наших подписчиков. Все, ребята, мы взлетаем. Вроде пока что все хорошо. Так, ребята, летим. Самолет, друзья, просто огромный. Смотрите, друзья, у него целых 4 двигателя. Он, ребят, просто гигантский. Это огромный, друзья, военный транспортный самолет. Миш, посмотри направо, какие выпущены. Ребята, вроде все летим, пока что все хорошо. Что произошло? Ой, ребята, у нас, кажется, левое крыло горит. Что происходит? Прием, прием, прием. Мы падаем. Что делать? Приземляйтесь. Ребят, нужно, короче, приземляться. Ой-ой-ой, у нас, ребята, минус один двигатель. Скосило. Как, ребята, идем срочно на снижение? Ребята, идем на снижение. Бомбление не будет. Ни до кого еще огонь не дошел? Давай. Ой-ой-ой, тихо. Все остаемся в самолете пока что. Так, ребята, по тормозам срочно. Так, ребят, по тормозам. Давай. Ну, кстати, вроде, ребят, все пока что хорошо идет. Еще даже, ребят, никто не умер. Так. Все, ребята, покидаем самолет. Вылазим. К счастью, ребята, огонь не успел подойти к кабине. Все наши подписчики выжили. Окей, ребята, давайте мы сейчас еще одну авиакатастрофу проведем. Поехали. Мы, короче, ребята, возвращаемся в Лего Сити. Должны, ребята, приземлиться, да, ребята, в аэропорту в местном. Но у нас, друзья, что-то происходит с левым крылом. Мы, ребята, начинаем падать. Ё-моё, что, ребята, происходит? Ребят, смотрите, какая жесткая тряска. Ребят, самолет очень сильно трясет. Так. Ребят, я теряю управление. Я вообще не могу управлять. Что вообще происходит? Что происходит? Офигеть. Ребята, мы прям летим, короче, навстречу к небоскребам. Прям, ребята, летим в город. Ребят, что происходит? Офигеть. Что произошло? Кто вообще выжил? Друзья, кто выжил? Походу, все умерли. Я выжил, ребят. Я, ребята, выжил. А я, ребят, короче, камикадзе. Я все специально придумал. Ой, я, ребята, камикадзе, я террорист. Ты меня видел? О, Дарк, привет. Ой. Так, ребят, давайте Дарк убьем, его сейчас завалят. Это был я. Дарк у меня вообще, ребят, короче, посреди дороги стоит. А где Миша, ребят, где Миша? Вы это видели, друзья? Что это сейчас вообще было? Офигеть. Какую милицию? Я, ребят, террорист. Мне никакая милиция не страшна. Так, друзья, короче, я залез на дом. Давайте мы сейчас будем искать Мишу. Надеюсь, Славик, а где он? Ребята, а где он? Ты по мне стрелял вначале. Так я по Дарку то стрелял, тут был Дарк. Нет, это был я. Я тебе говорю, о, привет. Ой, это не, тихо. Все, ребята, давайте убьем сейчас Мишу. Привет. Ребята, нет, братан, привет. Блин, друзья, у меня перезарядка. Пистолет берем. Ребята, убегаем. Ой, мало кто попал. Попку попал. Тихо. Ну, ребята, я так понимаю, Миша единственный выживший. Дарка там прибила, короче, друзья, походу, крылом. А, ты на поезд сел? Понятно, друзья. Ну все, ребята, убиваем Мишу. Нет, тихо, убегаем, пока, Слава, пока. Миша, давай быстрее на поезд. Так, ребята, на поезд. Не успел, братан. Все, ребята. Получается, да, друзья, вы видели только что, какая была мега эпичная авария. Ребят, просто, короче, самолет сгорел. Давайте, ребята, сейчас еще одну авиакатастрофу проведем. Поехали. Все, ребята, мы снова летим, значит, в Лего Сити. Все, ребят, пока что хорошо. Что? Опять, ребята, левый двигатель, вы понимаете? Ребята, мы снова горим, блин, что делать? Осторожно. Ребята, я, короче, снова теряю управление. У меня, ребята, смотрите, что-то с самолетом, его начинает прям кренить вниз. Мы, ребята, короче, просто снижаемся. Мейды. Снижаемся, ребята. Ребята, что происходит? Не-не, тихо. Опять что, ребят, в бочке? Нет. Офигеть, повезло. Повезло. Да, ребят, очень сильно повезло. Мы падаем. Офигеть. Так, покидаем срочно самолет. Ребята. Друзья, что происходит? Ой, меня ранило. Бегу. А я, ребята, террорист. Так, всех расстреливаем. Тихо. Я вроде убежал, ребята. Так, ребята, короче, я террорист. Буду сейчас всех просто расстреливать, всех убивать. Так, вон, ребята, это, походу, Миша. Это, ребят, Миша. Это Миша. О, вижу, ребят, вон еще кто-то убегает. Все к поезду бежим, народ. Ребята, бежим все к поезду. Угу. О, привет. Бежим к поезду, ребята. Все, ребята, минус Рельф. У меня есть, ребята, кстати, еще и снайперская винтовка. У меня есть, ребята, короче, полный набор шахида.
Берем, друзья, снайперскую винтовочку и просто в жбан раздаем. Ой, сахара убили. Все, ребят, минус по утихол. Так, а ну-ка, подписчик, руки вверх. Я тебя беру в заложники, убегаем, Дамир. Убегаем, ребят, пошел убегаем. Быстро вперед, а то завалю тебя. Как остальных убил. Пошел вперед, так попробуй побежать куда-нибудь. Пошел в ту сторону. Давай, давай, куда ты пошел? Я тебя сейчас убью. Если ты меня не будешь слушаться, я тебя убью. Юр, давай, давай. Он, ребят, не слушается меня. Все, я его расстрелял. Мы должны успеть на следующий поезд. Так, ребята, не забывайте то, что сейчас уже поезд приедет. Так, ребят, берем снайперскую винтовку. И сейчас будем просто всех убивать. Так, вижу, вижу. Кто это у нас бежит? Попадание. Минус, ребят, Юрор. Так, пацаны, вам нужно на мост, на мост. Прям на верхушку, а то да, никак ребята, не запрыгните. Я подожди, я братан, я тебя еще могу убить на ходу. Не-не-не-не-не-не-не-не. Пытаюсь, не, ребята, не очень сложно, не... очень, ребят, сложно, блин, попасть. Да, реально сложно. Офигеть. Ты не попадешь, не попадешь. Блин. Оп, видал, да, ну не все, уехал, ребят, спрыгнули, да. не все. Ребята, да, короче, ребята. Всего три человека спаслось. Я всех остальных убил, либо они сами погибли в авиакатастрофе. И давайте, ребята, отзывы, сейчас да, у нас ребят, будет пилотом, да, теперь Миша, поехали. Да, ребят, поехали. Теперь я пилот, ребятки, я лечу. Да, ребята, лечу, полетели. Ребята. Миша, ребята, просто вон спереди меня сидит, пилот от бога с автоматом. О, что произошло? Ребят, мы падаем. Нет, мы что происходит? Ребят, в бочке летим, блин! Офигеть! Ё-моё, друзья, что это сейчас было? Смотрите, пока не покидайте самолет. Хотя, ребят, все, покидаем самолет. Надо покидать самолет, ребята. Это было очень опасно. Все, я побежал, ребят, я побежал. Тихо, ребята, тихо. Вижу, ребят, Мишу. Мы, ребята, короче, посреди поля упали. Это очень сейчас будет опасненько выживать. Да. Так, ребят. Я уже двоих убил. Так. Как это, кто там стреляет? Смотрите, кстати, топовое полместо, да? Смотрите, друзья. Так, ребята, бежим. Это я. Так, Дарк, спаси меня. У тебя же есть оружие, помоги мне. У нас, ребята, короче, в самолете летели не только обычные пассажиры, а еще, ребята, и бандит. Бандит еще летел. Да, еще бандит. А Миша у нас, ребята, террорист. Ой, он по мне стреляет. Это ты что ли? Ладно, я сдаюсь, не стреляй, я сдаюсь. Иди сюда. Ты будешь с моим заложником. Да. Будешь сопровождать всех, кто тут есть, короче, понял? Угу. Все, короче, находись сзади. Хорошо, да, хорошо, только не убивайте, пожалуйста. Смотри, что за тобой. Так. Че, выживших нету, что ли? Я не понял. Наверное, нету. Убежал, вот скотина какая. Все, ребята, бежим быстрее. Ребята, короче, в полицию бежим. А я здесь. Ребята, блин, в полицию бежим. Нет, стреляет. Ай, больно, блин. Короче, ребята, полиция Лего Сити услышала выстрелы и едет, ребята, на вызов. Там говорят, какая-то стрельба, самолет упал. Выжившие, быстрее бегите. Ай, ребят, по мне стреляют, что? Так, ребят, быстренько, за машину прячемся. По нам, ребят, снайпер стреляет, ё-моё. Выживший, быстрее, убил, беги. Ай, блин, убил его, ребята, его, убили, да, ё-моё. Так, все, ребят, садимся. Не, он, садись в машину. Быстрее. Ребята, нам очень сильно повредили машину. А! Ах, ты же гадский террорист. Кончились. У меня не он, пистолет, готовь свой ребята. Автомат. Готовь свой автомат. У меня только пистолет, и убегаем, ребята. А, ребят, нам колеса прострелили. Так, ребята, вон террорист, огонь по нему. Ребята, это его подельник, это его напарник, этого террориста. Стреляем по этой машине. Она, ребята, кажется, бронирована, огонь по ней. Уехали. Капец, конечно, ребят, шустро. Она, конечно, бронированная. Так, ребята, в погоню. Не он, за мной. Ребята, наша машина. Не он, садись быстрее. Красавчик, все, ребят, поехали. Все, ребят, в погоню. Быстрее. Остановитесь. Не то мы вызовем спецназ. Остановитесь. О, ребята, они машины здесь. Машины что-то не так, ребята, что-то с машиной не так. Капец, поехали, они, ребят, бронированные, конечно, ё-моё. Брахлит немного. Остановитесь. Да, брахлит вообще дико. Мион, короче, стреляй по колесам. Стреляем по колесам. Ребята, короче, просто у нас сейчас какие-то уже погони начались за этими бандитами, офигеть. Блин, ребята, бандиты оторвались от нас, ё-моё. Короче, друзья, там вертолет бандитский прилетел. Ай, быстрее, друзья, вон они уже там. Вы на лифт. Срочно, быстро. Давай, руку даю. Оп, офигеть. Так, да, поднимайся быстрее. Так, лифт, друзья, лифт. Давай. Хорош. Блин. Что, давай, быстрее. Они так, автомат, друзья, автомат. Втягивают. Автомат, ребята, друзья, автомат. Бежим. Так, одного о, ребят, убил. Дарка убил. Дарка убил, все, ребята, минус Дарк. Так, ребята, вот уже вертолет залетит. Давайте сейчас, короче, на лифте поднимемся. Так, ребята, так, одного я бандита нормально. Вот убил. Так, там есть, ребята, еще и один их так, подельник, который прилетел на вертолете.
Где он, ребята? Ой, где здесь он? Коп, здесь коп! Так, полетаем, улетаем, улетаем! Да! Ой, винты, походу. Ребята, я слил винты, все! А нет, не, ребята, один террорист выжил! Тупой полицейский! Надо убегать, надо убегать! Все, ребят, прямое попадание в голову! Короче, да, друзья, полицейский успел по рации призвать спецназ, сам еще сват не прибыл. Но, ребята, снайпер тут как раз был поблизости. Вот да, он, ребята, завалил этого террориста. Ну что, друзья, мы сейчас переместимся в новый город Бриксвилл. Поехали. Теперь у нас, ребята, будет пилотом Дарк. Давай, братан, взлетай. Да, ребята, Дарк, давай, взлетай. Все, ребята, взлетаем. Мы, короче, здесь, да, друзья, переместились в новый город Бриксвилл. Да, вот, ребят, смотрите, какой он огромный. Пока что вроде, друзья, все хорошо. Воу, что? Ребят, нас что-то, короче, бомбануло. Мы, ребята, падаем. Но, ребята, я вам по секрету, знаете, что скажу? Это все специально, потому что мы, друзья, с Дарком два террориста. О, офигеть! Что произошло? Так, ребята, срочно, короче, вылазим. Покидаем, получается, этот самолет. И, ребята, да, мы, короче, убиваем всех выживших. Ой, ребят, по Мише стреляю. Ай-яй-яй. Нет, не надо, не надо, пожалуйста. Так, Дарк, я слышу полицейских, я слышу, легавые едут. Вон они, вон они, вон они. Легавые, легавые. Ай-яй-яй-яй, друзья, стреляем. Офигеть. Убегаем, ребята, убегаем. О, я вижу, ребят, мента, минус один мент. Неплохо так, окей. Забираем, друзья, его автомат. У меня теперь, ребята, два автомата, неплохо так. Вижу, вижу, налево, налево, налево. Да, да, вижу, вижу, так, вижу, так, вижу, так, так, иду, так. Иду. Менты, менты, так, я за руль. Быстро, 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 давай, давай, меня давай. Учил, да, оп, все, поехали, убил. Поехали, поехали. А, нет, нет, никого не забыли? Все, ребята, уезжаем, 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 уезжаем. Ребята, нас должен забрать вертолет. Он, ребята, знаете, где нас должен забрать? Он нас, ребята, должен будет забрать в деревне. Короче, ребята, придется нам сначала отстреливаться, потому что пока что вертолета нету. Вон, ребят, вертолет! Ребят, вон наш вертолет летит. Все, отлично, да, я переоденусь. Так, занимаем оборону. Паутихол, быстрее вылазь, отстреливаемся, Дарк. Все, срочно, садись, срочно, срочно. Сел, поехали, поехали, так, поехали. Копы, копы, спасибо, копы едут. Да, 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 да. Так, мы, ребят, срочно помогу. За руль снова. Все, поехали, поехали. Пацаны, обратно залазим, давайте, садись. Давайте, давайте. Так, я, ребят, быстренько переоделся в свою форму. Поехали. Переоделся? Дарк, а мы тебя подобрали? Ребят, мы Дарка не подобрали. Я меня же говорю, где вы там вообще? А где ты вообще, кстати? Поехали, ребят. А, ребята, мы Дарка забыли. Я думал, Дарк все время у меня сидит. Ребят, минус миллион, я его задавил. Все, ребята, едем к самолету, там у нас Дарк находится. Быстрей, быстрей. Вертолет уже, ребята, прибыл. Дарк, ты где? Я тебя не вижу. Мы возле самолета. Вижу, вижу, вижу. Ай-яй, по нам стреляют. Я теперь за полицейских. Мне дали пистолет, чтобы отстреливаться от преступников. Так, ребята, все, Дарк сел. Дарк, быстрее переодевайся в нашу форму, поехали, быстрее, поехали. Быстрее. Надо переодевайся, переодевайся. Давай, давай, садись, давай, садись, давай. Садись. О, ребята, все. Садись лучше со мной там. Видишь, есть еще одно сиденье. Все, ребята, короче, отправляемся, но нам нужно, ребята, сначала поехали. Отбиться от этого хвоста. О, там, ребята, много копов. Так, я придется, ребята, копов. Занять оборону. Да, а то, ребята, копы да, смогут да. Повредить наш вертолет, и мы таким образом не да, сможем да, спастись. Да, 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 да. Вертолет нас, ребята, уже ожидает. Давай, так, занимаем оборону. Так, давайте, все. Так. Ой, нет! Боже, боже, на. Минус, ребята, мят, неплохо так. Выпал автомат у него. А, ранили, ребят. Пули кончились, пули у меня, ребят, кстати, бронежилет копы есть. Копы хватил, нет! Ой-ой, автомат, автомат, где, ребят, автомат? Тихо, тихо. Ой, меня обходят, обходят, обходят. Забрали, что ли, автомат? Ребята, ну надо Мишу убить. А, меня убил. Все, дайте мне автомат, дайте мне автомат. Быстрее, быстрее, быстрее. Меня преступник убил. Так, это, ребят, пистолет. Ладно, неплохо так. Еще одни копы, огонь, огонь, огонь. Все, отступаем, отступаем, отступаем. Ребята, копы, блин, просто всех сторон. Со всех сторон. Дарк, отстреливайся. Да, давай, копы. Давай, у тебя автомат. Братан, отстреливайся. Ребята, вообще жесть. Так, мы копов нескольких уже перестреляли. Стреляем, стреляем. Ага. Все, все, занимаем быстренько места. Быстро, пацаны, по сиденьям, по сиденьям. Садитесь. Дарк, ты сел? Садись, садись. Я бегу, 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 бегу. Давай, давай, давай. Контроллер нажми. Контроллер лучше. Все, ребята, поехали, 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 поехали. Вертолет нас уже заждался. Давай, давай, чуть давай, 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 давай. Кстати. Но. Они пытаются нас подрезать. Да я вижу, вижу, вижу. Ребята, быстро, короче, отправляемся в деревню. Давай, давай, давай. Слава богу, они, друзья, не перекрыли дорогу. Это очень круто. О, ребят, копов занесло. Есть. О, они отстали. О, ребята, очень эпично. Нажми, нажми. Давай, 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 давай. Там еще копы едут, капец. Дорога очень крутая. Да, ребята. Ой-ой-ой. Сейчас перевернемся. Пешком идти. Так, ребят, где вертолет? Пока что не вижу. Придется срезать. Ребят, придется нам срезать, потому что очень долго взбираться по этим всем холмам. Так, оп. Дороги реально крутые. Нифига себе. А, тихо, 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 тихо. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Вот, ребят, наш вертолет.
Так, спасите, копов пока что, ребята, нету. Все, ребята, мне, короче, Дарк отдал свой автомат. Ребят, нас копы догоняют. Придется нам, ребят, сначала отстреливаться. Короче, друзья, придется нам сначала завалить этот патруль, а потом уже только спастись на вертолете. А то ребята смогут, знаете что, копы открыть огонь по вертолету и его повредить. Так, ребята, у меня тут... Где копы? Мы всех убили, нет? Ребята, нажмите все Ctrl-R, кто полиция. Что произошло? Тихо-тихо, ребята. Убивай! А, убил. Кто? Ай, меня задавил. Убили. Тут, ребят, мясо, помогайте. Все, срочно, на вертолет. Ранили, ранили. Блин, ранили. Друзья, просто мясо, короче, ну, какое-то происходит. Да, так, да, Рельф, ты готов? Давай, кто еще выжил? Давайте, Паутихол, беги. Менты. Так, огонь. Реально ментов дофига. Ребята, поднимите. Так, ребята, главное, чтобы наш вертолет не повредили. Паутихол, беги быстрее ко мне, бро. Быстрее, давай. Паутихол, ребята, Дарка очень серьезно ранили. Придется нам Дарка спасти. Надеюсь, его не убьют. О, минус. Ой, бронежилет у Славика. У Славика бронежилет. Живу, ребят. Все. Дарка, ребят, походу, там арестовали. Аптечка была у меня. Все. Садись, Паутихол. Быстрее. Давай. Ребята, к сожалению, Дарка схватили. Хотя нет, он бежит. Нет, я иду. Стреляй по вертолету, он может бомбануть. Давай. Я помогу. Давай, быстрее, братан, прыгай. Все, прыгнули. Полетели. Да, ребята, мы это сделали. Офигеть. Это было очень круто. Вы видели, друзья, просто жесточайшая перестрелка. Короче, да, друзья, вот такая у нас сегодня получилась очень крутая РПшка. У нас были и погони, и авиакатастрофы, и какие-то спасения на вертолетах. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на все наши каналы. Всем пока. Пока, ребята. Пока, народ.